Культурно-архитектурный центр туризма и отдыха «Пространство любви» расположен вблизи подмосковного города Домодедово, среди лесного массива, и гармонично вписывается в окружающий живописный пейзаж рудской природы. Красота и уют, созданные для вас природой и нашей командой, оставят много приятных впечатлений о хорошем отдыхе для всей семьи в Подмосковье. На территории комплекса находятся всевозможные объекты для полезного и разнообразного отдыха. Для вас открыт уютный ландшафтный ресторан номер один в России – «Трактир на хуторке» с разнообразной, вкусной кухней и качественным обслуживанием, чьи тематические залы и необычный интерьер сделают ваше посещение незабываемой сказкой. Здесь же расположен гостиный двор с номерами класса от стандарт до полулюкс. Для большой и веселой компании есть банная резиденция с бассейном, бильярдом, оборудованной кухней, гостиной, спальными комнатами. Во дворе резиденции большой мангал для шашлыков и барбекю. Для любителей экзотики и невероятных впечатлений открывает свои резные двери эксклюзивный отель «Замок снов». Мир удивительных ощущений и образов каждого номера передан через уникальный дизайн, звуки, освещение, музыку и фитокомпозиции. Отдых в шикарном отеле – это отличный подарок для молодоженов, парам для романтического отдыха и всем, кто желает новых и бурных эмоций. Будущим посетителям данной резиденции, данного отеля я хочу сказать и передать свои личные эмоции. Приезжайте, вы не пожалеете. Это то место, где возможно испытать безумно сказочное количество нереальных эмоций, настоящих эмоций. Я хочу с позиции вот человека, уже пожившего, пожелать вам обязательно воспользоваться услугами вот этого коллектива замечательного. Они вам предлагают посмотреть на себя совершенно с другой стороны. То, что делает коллектив этого центра, опять же, непередаваемо. Они творят сказку, сказку для детей, сказку для взрослых, возможность попасть в сказку. Я не знаю, где можно реализовать ее, а здесь они это сделали. Если вы желаете совместить отдых с оздоровительными процедурами, мастера-парильщики русской бани и специалист массажного кабинета помогут обрести бодрость и хорошее самочувствие вашему телу. Целебная сауна в кедровой бочке на алтайских травах, спа-кабинет, русская баня к вашим услугам. Вы качественно проведете свой отдых со всей семьей среди многочисленных ландшафтных композиций, необычных архитектурных сооружений и культурных объектов. Специально для маленьких гостей создана детская игровая комната «Крошкин дом». Пока вы отдыхаете, у ваших детей будет свой организованный и познавательный досуг с опытным педагогом. Я хочу порекомендовать всем посетить это замечательное место, потому что здесь вы получите море эмоций, море впечатлений. Поиграйте в замечательные игры, сходите, покушаете в трактир и проведете хорошо свое время. На территории есть магазин «Питомник», «Дачник». Здесь вы найдете все для сада и огорода. Здесь же расположен офис ландшафтной мастерской «Зеленые истории». В художественной мастерской можно заказать от мини-фотосессии до сложных отделочных работ мозаикой. Имеется также сувенирная лавка и бесплатная автостоянка. И все это в одном месте. Мы позаботились о вашем времени и организованном отдыхе. Мне здесь очень нравится. Я же не первый раз сюда приезжаю. Вот сейчас приехала погулять со своей внучкой. Спасибо, вот кто это сделал. Очень-очень здорово. Вы знаете, приехали сюда просто зайти в магазин «Дачник». Никогда здесь не были, в этом музее сказок. Зашли. Очень все необыкновенно красиво, все сделано для детей, и скамеечки хорошие, и персонажи необыкновенные. И то, что здесь проходят экскурсии, я увидела, это, конечно, большой плюс, потому что детки мало того, что должны посмотреть, они должны услышать это все. Все замечательно, прекрасно, побольше бы вот этого всего красивого в нашем городе. За успешную 13-летнюю историю мы стали лауреатами и призерами многих конкурсов всероссийского и международного уровней. Мы удивляем, создаем, мы ставим рекорды. Добро пожаловать в пространство любви!